о задачах и целях. Для представителей муниципальных общественных палат Московской области организован обучающий семинар. На нем опытные общественники делились с молодыми коллегами опытом и рассказали, как наладить взаимодействие с властью и населением. Тему продолжит Григорий Ворванин. На обучающий семинар в городской округ Люберцы приехали по одному представителю от общественных палат Лыткарина, Реутова и других городских округов, входящих в так называемый «Южный куст». Остальные присоединились к обучению онлайн. Опытные коллеги сразу же предупредили, общественная палата хоть и не принимает законы, но без ее активного участия уже сложно представить общественную жизнь в любом населенном пункте. Я предложил бы общественным палатам и людям, членам общественных палат, проявлять всегда чуткость. Чуткость – это тот основной, наверное, принцип, который транслирует губернатор Московской области, который всегда стараются транслировать министры, зампреды и так далее. Чуткость власти. То есть в данном случае у вас не чуткость власти, а чуткость вашего внимания по отношению к людям. Александр Макаров четырежды возглавлял общественную палату в городском округе Щелково. Сейчас состоит в областной. Общественник уверен, от председателя общественной палаты зависит активность каждого представителя коллегиального органа. Избрали председателя. Пусть председатель на протяжении там, какого-то времени, в зависимости от того, сколько у него есть времени, там, недели, 10 дней, вызывает каждого, приглашает к себе каждого члена общественной палаты. И мало того, тех, о ком уже ходят слухи или разговоры, которые подавали документы в общественную палату, но не прошли, потому что это будущие потенциальные активисты, которые готовы работать. В этом году общественная палата городского округа Люберцы значительно обновила свой состав. Люди пришли новые, задачи остались прежние. Поэтому с первого дня общественникам-новобранцам объясняют особенности работы. Это очень интересная, продуктивная и созидательная работа. Она фактически без выходных, без перерывов. То есть это стопроцентная вовлеченность и взаимосвязь. Но могу сказать, что те чувства радости, когда что-то получается, это чувство досады, когда что-то не получается, являются сильными мотиваторами для завершения тех дел, которые мы начинаем. Сейчас люберецкие общественники формируют профильные комиссии, также систематизируют обращения жителей, после чего предложения по решению актуальных вопросов будут направлены в городскую администрацию. Григорий Ворванин, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.